Так, ладно, всем привет. Поздравляю с началом семестра и с тем, что я наконец-то могу увидеть вас вживьем, а не только показывать себя в пустой аудитории. В прошлый раз мы начали большую тему про межпроцессные взаимодействия. И, собственно, это будет половина семестра. В прошлый раз мы рассмотрели один из простых способов взаимодействия между процессами по названием каналы. Сегодня будет еще один из способов, который называется сигнал. Итак, давайте я напомню о том, что такое процессы в очередной раз. Процесс — это такая штуковина, которая выполняется изолированно и выполняет какую-то программу, у которой обычно есть начало и есть конец. То есть у нас программа в какой-то момент времени может завершиться, хотя совершенно не обязательно. Например, завершается функция main, которая обычно возвращает int, ну, либо заканчивается немножко раньше, чем закончится функция main. Если вы вызовете функцию exit, либо системный вызов exit, который вызывается из функции exit, и тем самым ваш процесс завершится и вернет какой-то целочисленный код возврата размером в 1 байт. Затем родительский процесс может вызвать wait pit, либо wait, для того, чтобы получить 32-битное число, большое число, которое содержит причину завершения процесса, и в том числе извлечь этот байтик с кодом возврата. Но на самом деле процессы могут завершаться не только добровольно, но и по каким-то другим причинам. Например, процесс может получить так называемый сигнал в одной из нескольких причин. Но самый простой способ послать процессу сигнал — это набрать в терминале команду kill, либо kill all. Команда kill требует явного указания process ID, kill all в качестве аргумента принимает название исполняемого файла и прибивает все экземпляры этого исполняемого файла. И тем самым вы просто завершаете работу процесса, не дождавшись, пока он честно дойдет до функции exit, либо до конца функции main. Если вы программу запускаете из терминала, вы можете нажать Ctrl-C, вы можете просто закрыть вкладку терминала, ну, либо банально ваша программа может получить какую-то ошибку, segmentation fault, еще что-нибудь. Да, но еще можно просто выключить компьютер. И в какой момент времени у нас приходят все эти события? Ну, очевидно, в те моменты времени, про которые процесс совершенно ничего не знает. Это просто какой-то рандом с точки зрения выполнения программы. Но по-хорошему процесс должен иметь возможность как-то эти ситуации обрабатывать. Например, если у вас есть какие-то критичные данные, которые нельзя потерять, то, естественно, при получении сигнала нужно сначала эти данные сохранить, а потом завершить свою работу. В чем еще особенность завершения работы процесса с помощью сигнала? В этом случае у нас становится неопределенным код возврата, и когда вы с помощью wait либо wait pit читаете это состояние, то эту ситуацию нужно обрабатывать отдельно, то есть проверять, что программа действительно завершилась с кодом возврата, тогда вы код возврата можете извлечь. Либо другая ситуация, если программа завершилась с помощью сигнала, и в этом случае вы можете узнать, а по какой именно причине, то есть из-за какого сигнала ваш процесс был завершен. Из-за чего могут возникать сигналы? Сигналы могут посылаться процессу либо другим процессом, либо ядром, ну и процессы сами себе тоже могут посылать сигналы. Какие ошибки могут быть? Самая частая ошибка, которую вы, наверное, встречали, это нарушение сегментации. Обычно возникает, если вы пытаетесь обратиться к какому-то области памяти, которая не отображается на ваше виртуальное адресное пространство, либо вы пытаетесь сделать что-то с памятью, не имея на это достаточных прав. Например, какой-то участок у вас отображается как память только для чтения, а вы пытаетесь что-то туда записать. Либо на современных системах вы пытаетесь выполнить код из участка памяти, для которого не предусмотрен флаг исполняемый. Кроме того, в прошлый раз мы еще рассмотрели каналы. И у каналов есть одна особенность, что когда вы хотите что-то прочитать из каналов,
с которым не связана никакая записывающая сторона, то системный вызов read просто блокируется, можете наступить на дедлок. А если вы пытаетесь записать что-то в канал, который никто не читает, тогда вы получаете ошибку, broken pipe, это тоже сигнал, который вам посылает ядро операционной системы. Ну и разные исключения процессора тоже могут всплывать в виде сигналов. Например, неверная инструкция, когда такой сигнал возникает. Ну, например, когда вы пытаетесь на каком-нибудь старом процессоре выполнять код, который не поддерживается. Ну, берем, например, интеловский процессор 10-летней давности, пытаемся на нем выполнить что-то AVX2, все, приплыли. Ну и другие исключения процессора, например, деление на ноль. Процесс тоже сам себе может посылать сигналы. Обычно это редкая история, и нужно для того, чтобы сломать наш процесс принудительно, ну, вставить, например, какую-нибудь конструкцию assert, либо abort, функция есть такая. Для чего это бывает нужно? Проверка каких-то условий, и если у вас код обычно скомпилирован в дебаг режиме, а не в релиз, то лучше уж пусть процесс грохнется, чтобы можно было исследовать его состояние, чем он будет выполнять что-то неправильное. Ну и может быть какой-то другой процесс, который посылает вам сигнал, и если другой процесс может отправлять вам сигнал, то, наверное, этот способ можно в том числе использовать как способ межпроцессного взаимодействия. Что такое сигнал? Сигнал — это какое-то асинхронное событие. Асинхронное — это значит, что оно прилетает в любой произвольный момент времени. И что можно делать при получении сигнала? Есть стандартные реакции на разные сигналы. Например, сигнал можно просто проигнорировать. Пример такой ситуации — это когда вы запускаете какой-то дочерний процесс, затем этот дочерний процесс завершает свою работу, и при этом ядро посылает вам сигнал о том, что ваш дочерний процесс завершился. Понятно, что лишний раз завершать свою работу, грохаться на каждый завершенный дочерний процесс — это очень странно, поэтому действие по умолчанию для таких ситуаций — это просто игнорировать такие сигналы. Хотя эту ситуацию можно в том числе и обработать. Большинство сигналов стандартных, они приводят к немедленному завершению работы процесса. Ну, классический пример — это команда kill, которая по умолчанию отправляет сигнал sigterm. Этот сигнал, конечно, может быть перехвачен, но тем не менее действие по умолчанию — это завершить свою работу. И есть сигналы, которые просто меняют состояние процесса. Состояние у процесса бывает выполняется, приостановлен, поставлен на паузу и так далее. И это бывает удобно, например, если вы запускаете какой-то процесс из-под отладчика. И в этом случае нажатие кнопочек «выполнить следующую строку», «продолжить выполнение» и так далее, они как раз управляются с помощью сигналов. То есть есть некоторые действия по умолчанию, и вы можете запрограммировать какие-то произвольные действия на большинство сигналов, но не на все. Итак, есть некоторые стандартные сигналы. Некоторые из них отправляются ядром. Это, например, SIGHUB, SIGIL. Но вообще можно любой абсолютно сигнал отправить с помощью команды kill. Итак, к чему приводят разные сигналы и из-за чего они возникают? Самый распространенный сигнал, который вы можете посылать, это нажатие клавиш Ctrl-C. Посылает сигнал с номером 2, он же SIGINT, который по умолчанию приводит к завершению процесса. Код возврата при этом, естественно, не определен. Ну, кроме того, процесс может завершаться по другим причинам. Например, если вы закрываете вкладку терминала, то у вас пропадают стандартные потоки ввода и вывода stdin и stdout, и процесс при этом получает сигнал SIGHUB. Это совершенно другой сигнал, другая причина завершения работы. Если у вас возникает неверная инструкция либо деление на ноль, то тоже ядро отправляет сигнал, который в отличие от простого завершения может еще при этом приводить к созданию дампа памяти, ну или процесс может сам себя прибить. Давайте посмотрим, как можно поубивать процесс разными способами.
Для этого нам нужен процесс, который, например, ничего не делает. Вот простая программа, которая не делает ничего и при этом старается не мешать другим процессам. Еще один возможный вариант написания такой программы — shed-yield поменять на какой-нибудь sleep. В этом случае вы будете меньше расходовать аккумулятор ноутбука, но при этом shed-yield точно так же, как и sleep, не мешает выполнению других процессов. Запустим нашу программу. Ну и теперь предложите способы ее прибить, учитывая, что она сама никогда не завершает свою работу. Как это можно сделать? Самые разные, да. Ну, очевидно, Ctrl-C. Нажали, что сделалось в нашей программе. Она получила сигнал seekInt, мы ее прибили. Так, ладно, следующий способ. Да, банально, закрыть вкладку. Все, программа завершилась. Так, еще способы. Я могу, да, открыть другую вкладку, набрать команду ps, найти наш процесс и, зная его process ID, набрать команду kill, и наш процесс был завершен. То же самое я могу набрать команду kill all, если мне лень искать наш процесс. На самом деле это опасный способ. Вдруг у вас есть еще какой-нибудь процесс с таким же исполняемым файлом, будут прибиты все. Так, ну и еще один способ — это нажать сочетание клавиш Ctrl/// вот такой. В этом случае программа тоже завершит свою работу, но в отличие от Ctrl-C она еще получает сообщение quit. И что-то у нас тут делается, пока не делается, но сейчас будем добиваться, чтобы оно сделалось. А именно, чем отличается принципиально сигнал Sigaboard-T, который завершает свою работу процесса с некоторым кордампом от обычного завершения, например, по Ctrl-C. Есть такое понятие, как кордамп. Это просто образ памяти, один в один, что у нас хранится в памяти процесса, который может быть сохранен на диск для того, чтобы дальше можно было это исследовать обычным отладчиком GDB. Ну, естественно, для этого у вашей программы должны быть права на... у вашей программы должна быть отладочная информация, иначе этот кордамп будет совершенно бессмысленным. И что обычно происходит с кордампами? В большинстве Linux-дистрибутивов эти кордампы просто либо игнорируются, либо могут быть переданы разработчику, то есть возникает окошко о том, что программа завершила свою работу некорректно, сообщите разработчику о том, что пошло не так. И что у вас происходит в этот момент? В этот момент просто отправляется кордамп. Хотя на самом деле не всегда кордампы могут быть полезны, некоторые из них могут требовать отдельной отладочной информации, но разработчики уже с этим сами разберутся. И как понять, что у вас происходит с кордампами? Нужно посмотреть переменную kernel core pattern. Это специальная системная переменная настройка ядра, которая проверяется либо стен вызовом sysctl, либо командой sysctl. Sysctl с опцией минус A отображает все переменные нашего ядра. Ну и можно поставить, либо найти вот такую переменную kernel core pattern, которая определяет шаблон. Да, тут много всяких еще других названий, которые недоступны. Но вот kernel core pattern это некоторый шаблон имени файла, который может содержать в том числе, например, process ID, полный путь программы и так далее, там через процентики. То есть это некоторый шаблон, который определяет имя файла для создания кордампа. Если этот шаблон начинается с вертикальной черты, в некоторых дистрибутивах, например, Fedora или OpenSUSE, это именно так и сделано, то кордамп просто направляется некоторому сервису, который обрабатывает эти кордампы, и в зависимости от того, что это за дамп, уже выполняет какие-то дополнительные действия. Либо игнорирует, либо
предлагает отправить разработчику. Итак, должен, по идее, создаться файл под названием core, если я нажму Ctrl/, либо запущу какой-то процесс, который делает, например, вот такую штуку. То есть если программа где-то вызывает функцию abort, которая сама в себе посылает, саму процессу посылает сигнал CGBRT, то у нас дополнительно создается core dump. Давайте я запущу, во-первых, скомпилирую эту программу с отладочной информацией, то есть GC с опцией минус G. Теперь, что ожидается, когда я запущу эту программу? Естественно, она грохнется. И ожидается, что будет создан файл под названием core, но файл почему-то не создался. Это связано с тем, что есть еще ограничение на максимально возможный размер core файла. В некоторых дистрибутивах по умолчанию он равен нулю, но это ограничение не является жестким, и можно указать какой-нибудь ненулевой размер в блоках. Блок — это одна страница памяти. Все, вот я поменял этот лимит. Теперь я могу еще раз запустить какую-то программу. Все, у нас процесс грохнулся по сигналу CGBRT. При этом у нас создался дамп ядра. Вот появился файл под названием core. Что теперь с этим файлом я могу сделать? Теперь я могу набрать команду gdb. Дальше название исполняемого файла. И еще я могу добавить в качестве аргумента имя core файла, который у меня раньше получился. Причем это можно сделать не обязательно на том же самом компьютере, это можно сделать на другом компьютере. Главное — перекинуть core файл. Так, ну и теперь можно посмотреть на бэктрейс вызова. И вот мы видим, что наша программа грохнулась, потому что где-то из стандартной библиотеки мы вызвали какую-то функцию gi raise, чего-то там из функции gi abort, которая в свою очередь была вызвана из функции main в пятой строчке до abort.c. И таким образом можно уже постфактум, после того, как программа грохнулась, разбираться в причинах, а что же у нас пошло не так. Так, что у нас еще есть с сигналами? На самом деле это не темно-коричневый цвет, это красный цвет. Есть некоторые сигналы, которые являются очень жесткими. Сейчас мы про это отдельно поговорим. Так, ну давайте пройдемся по всем остальным сигналам. Некоторые сигналы, которые могут генерироваться ядром, это нарушение сегментации, broken pipe. Ну и кроме того, есть стандартный сигнал, который посылается по умолчанию командой kill. На самом деле к команде kill можно передавать все эти имена и посылать не только сектерм по умолчанию, но и все остальное. Есть еще ситуация, когда процесс переходит в режим паузы до тех пор, пока вы не продолжите выполнение процесса. Из-за чего это может происходить? Ну, наверное, встречались иногда с такой ситуацией, что, особенно когда только переходите на Unix-систему после Windows, что вместо, например, Ctrl-D для завершения потока ввода вы нажимаете Ctrl-Z. Или иногда случайно промахиваетесь, нажимаете Ctrl-Z, когда пытаетесь там сделать какую-нибудь отмену undo в консольном приложении, забывая о том, что это у вас консоль, и получаете вот такую картину, что процесс такой-то suspended. Что делать дальше? Как теперь вернуть все обратно? И что вообще у нас произошло? Произошло следующее. Вот наш процесс GDB, который находится в состоянии T. Что буковка T означает в плане состояния? Значит, процесс остановлен с помощью сигнала SigStop. То есть нажатие клавиш Ctrl-Z посылает текущему процессу сигнал SigStop, процесс просто останавливается, переходит в режим паузы. Как вернуть все как было? Есть такая замечательная команда foreground, то есть не нужно паниковать, перезапускать заново. Команда foreground, которая посылает
нашему процессу сигнал seccontinue. Все, теперь процесс выполняется дальше. Экран, правда, не перерисовался по понятным причинам, но, тем не менее, процесс живой, процесс работает. И он просто команда foreground посылает сигнал seccontinue, который меняет состояние. Так, и два сигнала seekchild, seekargent, они по умолчанию у нас игнорируются, то есть не выполняется никаких действий, если вы их не переопределите. И что значит переопределить какие-то действия для процесса? Это значит, что вы можете навешать на большинство сигналов какие-то произвольные кастомные обработчики, функции, которые будут выполняться вместо действий по умолчанию. Но это невозможно сделать для сигнала seekstop. То есть нажатие клавиши Ctrl-Z, ну, никак. Только если перехватывать клавиатуру и блокировать сочетание клавиш Ctrl-Z. Есть еще жесткий сигнал seekkill. Вот его тоже никак нельзя перехватить. Так, ну и что значит перехват обработки сигналов? Есть два способа, как перехватить обработчик сигнала. Один старый, другой поновее. Старый, он выглядит немножко попроще. Это системный вызов сигнал, где в качестве первого аргумента вы передаете номер сигнала. Совершенно не обязательно помнить номера сигналов, ну, за исключением сигнала с номером 9. Сигнал с номером 9 — это kill, это надо запомнить. Все остальные номера, в принципе, они представлены разными константами из того же файла signal-h. То есть первый аргумент — это номер сигнала, а второй аргумент — это указатель на функцию с очень простой сигнатурой, которая будет выполняться вместо дефолтного обработчика. И тут уже возникают первые подставы, связанные с портируемостью такого кода. Хотя бы по той причине, что вроде как похожие сигнатуры у системного вызова сигнал, но используются немножко разные названия, объявленные в заголовочных файлах. В Linux называется seekhandler подчеркивание t, а во FreeBSD и macOS называется seek подчеркивание t. Но вроде как с этим жить можно, не сильно нам это пока мешает. И как можно взять и перехватить обработчик для нажатий Ctrl-C? Делается достаточно просто. Итак, если я вызываю вот этот вот системный вызов, сигнал, в качестве первого аргумента указываю целочисленную константу, связанную с номером сигнала. Второй аргумент — это указатель на функцию, которая будет выполняться, то каждый раз вместо того, чтобы выполнять действие по умолчанию, у вас будет выполняться какая-то функция. Давайте мы эту программу запустим. Здесь я зарегистрировал обработку на два сигнала. То есть у меня нет никакой реакции на Ctrl-C. Я нажимаю Ctrl-C, вместо того, чтобы завершить свою работу, мы получаем, что пойман сигнал с номером 2. И то же самое, если я пишу kill all, как там процесс назывался, handle sig, ох, трудно. Если я пишу kill процесс такой-то, он тоже не прибивается, потому что seekterm мы тоже перехват. Как этот процесс можно прибить? Предложите хотя бы два способа. Ctrl-D не спасет, потому что я ничего не читаю. Закрыть терминал. Ладно. Во-первых, я могу написать kill минус 9, либо kill минус kill. Сигнал seekkill перехватить невозможно в принципе. И поэтому с помощью этого сигнала можно прибить абсолютно любой процесс. Так, ну и второй способ, если не получается. Ну, опять же, внимательно смотрим на код. Я перехватываю seekint, seekterm, а, например, seekquit, Ctrl-slash, я не перехватываю. Поэтому могу использовать этот сигнал для того, чтобы завершить его работу. Так, почему такой способ плохой, вот, с использованием системного вызова сигнал?
Насчет портируемости есть тут две разные проблемы. Во-первых, в заголовочных файлах там какая-то дичь написана в разных операционных системах. Во-вторых, сигналы по-разному работают на разных операционных системах. Точнее, есть два огромных класса операционных систем. Это классическая AT&T System 5 Unix, от которой потом, ну, не то что отпочковались, а скорее ее лицензировали и доработали под себя компании Sun Microsystems и IBM. Это операционные системы Solaris и IBM AX. Сейчас уже компании Sun Microsystems не существует, вместо нее есть Oracle. Solaris вроде называется теперь Open Solaris. И просто Solaris, по-моему, тоже жив. В общем, на самом деле таких систем было когда-то много, они уже все повымерли, вот кроме двух. И была альтернативная ветка развития Unix-систем 80-х годов, которая называлась BSD Unix. И следуя заветам BSD Unix, сигналы реализовали в системах всех BSD-подобных, то есть FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, в Linux и в macOS. В чем разница? Вот когда вы компилируете код с указанием явно какого-то стандарта, если вы указываете стандарт C++ 17, C11, C99 и так далее, то вы, компилятор строго следует именно стандарту языка и стандарт, еще некоторым старым юниксовым стандартам. А если вы пишете еще вот слово GNU вместо C11, либо GNU++ вместо C++ 17, например, то у вас дополнительно доопределяются некоторые макросы. Это BSD source, GNU source. В последних версиях в glibc макрос BSD source стал deprecated, и вместо него другое название, но суть это не меняет. То есть у вас немножко меняется поведение. Что происходит, когда вы пишете GNU вместо языка программирования? Ну, во-первых, у вас становятся доступны некоторые нестандартные расширения языка программирования. Кто помнит такие нестандартные расширения? Полезные? Нет, Boost совершенно ни при чем. Это отдельная библиотека. Нестандартные расширения имеются в виду, например, встроенные функции для проверки целочисленного переполнения. В прошлом семестре вы это использовали. Ну и плюс считаются определенными вот эти макросы. И на что это влияет? Давайте мы перекомпилируем нашу программку, очень простую, которая просто регистрирует два обработчика с разными опциями компиляции. Итак, скомпилируем бинарник в стиле SystemV, строго следуя стандарту, не привлекая, не дописывая никаких новых макроопределений. И скомпилируем то же самое, но с гнушными расширениями. Так, ну окей, сначала посмотрим. Ой, блин, я же перезаписал, да, спасибо. Так, вместо SystemV пусть будет BSD Style. Так, давайте посмотрим на стандартный BSD Style. Ну, то поведение, которое мы, в общем-то, сейчас и ожидаем. Ничего сверхъестественного. Так, а теперь запустим System File Style. Нажимаем Ctrl-C. Ну, все честно, да? Получили сигнал, не завершились. Нажимаю Ctrl-C еще раз. Бабах. Просто из-за того, что я указал другой флаг компиляции. Так, из-за чего это происходит? Потому что обработка сигналов по-разному происходила уже в 80-е годы в разных Unix-системах. В System 5 у нас после обработки нестандартного хендлера происходил сброс на хендлер по умолчанию. Поэтому первый раз у нас вывелось сообщение, что получен сигнал с таким-то номером, окей. А при повторном нажатии Ctrl-C, поскольку у нас все сбросилось на дефолтное поведение, ну, произошел дефолтный обработчик сигнала, то есть процесс завершил свою работу. Еще сигналы System 5 могут вызываться рекурсивно. То есть в тот момент, когда у вас выполняется какой-то обработчик сигнала и приходит еще один сигнал, то у вас рекурсивно начинает выполняться, не завершив вполне предыдущего,
В общем, достаточно опасная штука, поскольку вашему процессу могут посылать огромное количество сигналов, чтобы его забомбить. А в BSD-системах, ну и тем, которые следуют там соглашению, в том числе Linux, по умолчанию подразумевается, что если к вам, у вас уже обрабатывается обработчик сигнала, то он гарантированно завершится, а потом, может быть, если пришел сигнал, то будет выполнен повторно. Так, ну и есть еще очень важное с точки зрения удобства использования отличие. Если ваш процесс выполняет какие-то блокирующие системные вызовы, например, read, write, то эти системные вызовы у вас завершатся, вернут минус один, и код ошибки пропишут EINTER, то есть у вас системный вызов был прерван каким-то сигналом. А в случае с BSD-стайлом все эти системные вызовы автоматически перезапускаются, и нет необходимости проверять на код ошибки EINTER и выполнять какие-то повторные действия, что достаточно удобно. В общем, есть два разных способа обработки сигналов. Более современный способ, который позволяет все это детально указывать, а не надеяться на какое-то поведение определенной операционной системы, заключается в том, что вы не используете системный вызов сигнал, который на самом деле в современных реализациях вовсе не является системным вызовом. Используете системный вызов под названием SIGACTION. Чем этот способ плох? Тем, что приходится писать больше букв. То есть кроме номера сигнала вам нужно еще указать структуру SIGACTION, в которой вы пропишете детально поведение обработки вашего обработчика сигнала. Как это выглядит на практике? На практике это выглядит тем, что у вас объявляется некоторая структура SIGACTION, в которой вы прописываете указатель на хендлер, прописываете какие-то дополнительные флаги SA-RESTART, которые указывают, SA-FLAGS, которые указывают точное поведение вашего процесса. Давайте более подробно посмотрим на некоторые флаги. Вот если указать флаг SA-RESECTHAND, да, флаги — это обычные целочисленные значения, которые через операцию по разрядовой или можно объединять. Какое-то множество. Вот если указать дополнительно флаг reset hand, то будет поведение в стиле system 5 после обработки вашей функции поведение будет сброшено на поведение по умолчанию. Если указать флаг nodeFR, то опять же вы получите поведение system 5 системы. И при получении сигнала в тот момент, пока вы выполняете уже какой-то обработчик, он у вас будет рекурсивно вызываться. По умолчанию этого не происходит в стиле BSD. И важный еще флаг, но правда этот флаг надо явным образом всегда указывать. Если вы не укажете его, то будет поведение в стиле System 5. Системные вызовы у вас не будут перезапускаться. Если вы этот флаг укажете, то системные вызовы будут перезапускаться вместо того, чтобы возвращать код ошибки. Ну и работать это будет примерно то же самое, но зато такой код является более портируемым. И плюс вы можете вызывать не просто какие-то простые обработчики, которые могут работать только с номером сигнала, но и получать некоторую дополнительную информацию, используя обработчик с тремя аргументами, а не с одним. Давайте мы чуть более подробно рассмотрим эту программу. Итак, у нас есть два разных варианта обработчика сигнала. Точно такой же, как в прошлый раз, функция, которая просто выводит номер сигнала и ничего не делает. Такой обработчик с одним аргументом у нас связан с сигналом PSIGINT, то есть нажатием клавиш Ctrl-C. И второй обработчик уже функция с тремя аргументами. Первый аргумент точно так же принимает номер сигнала. Второй аргумент содержит уже информацию о сигнале, в том числе информацию о том, а кто этот сигнал нам прислал. Третий аргумент — контекст, обычно редко используется, там можно передавать что-то произвольное. Так, и для того, чтобы зарегистрировать функцию с тремя аргументами вместо одного, ну понятно, что обработчик сигнала должен понимать, а какую из функций
функции нам нужно использовать. Для этого используется во флагах дополнительный флаг sysiginfo, чтобы указать, что нужно использовать другую функцию. Так, навешиваем это на сигнал сектер. Так, ну и что мы теперь мы можем наблюдать при получении сигналов? Если я нажимаю Ctrl-C, ну, получаем просто сигнал с номером 2. Если я теперь найду наш процесс и отправлю ему сигнал sigterm вместо sigint 37327, то вызывается функция с тремя аргументами, которая в том числе позволяет выяснить, а кто же нам этот сигнал отправил. То есть process ID 37039, давайте проверим, правильно это или нет. Специальное окружение, переменное окружение в bash $2 указывает на номер текущего процесса. Ну и вот процесс bash нам отправил некоторый сигнал, который мы и поймали. Кстати, 37039, так, и здесь тоже 37039. Это означает, что? Что можете сказать про команду kill? Это означает, что использовался встроенный вариант команды kill, а вовсе не внешняя программа. Если я наберу полным путем 3, 2, 7, то процесс уже другой. Почему это произошло, понятно? Или нужно пояснить? Так, тишина. Так, в чем разница между командой kill и вызовом программы usr bin kill? В некоторых оболочках, например, bash, zsh, некоторые из стандартных команд реализованы как встроенные функции, а вовсе не запуск внешних программ. Просто по соображениям производительности. Поэтому, когда я пишу команду kill, то используется внутренняя встроенная функция оболочки. Здесь у меня, по-моему, zsh, врать не буду. Да, это zsh. Используется встроенная функция, поэтому процесс ID отправителя сигнала он совпадает с процесс ID этой оболочки. Когда я запускаю внешнюю программу kill, то создается новый процесс, который выполняет эту программу, и, соответственно, процесс, получивший сигнал, он будет иметь уже другой процесс ID. Так, поскольку SIGACTION требует написания большого количества букв, что мало того, что затратнее по времени, так еще и делает код менее читабельным. Иногда все-таки хочется использовать более простой вариант. Это функцию сигнал, которая в реализациях Linux и в macOS является именно функцией, а не системным вызовом. Есть два единственных случая, когда это можно делать безопасно и когда это делать осмысленно. Вот есть два константных специальных значения, это значение 1 и значение 0, которые можно указывать вместо функции обработчика. Это константа, что сигналы нужно игнорировать, и константы, что нужно сбросить на дефолтное поведение. И в данном случае, если вы сбрасываете поведение на дефолтное, то понятно, что никакой обработчик вам не нужен, никакие параметры вам не нужны. Если сигнал игнорируете, то то же самое. Вам совершенно не важно, как сигналы обрабатываются. Вы их просто игнорируете. Вчера, кстати, у меня был семинар в 29-й группе. Там был вопрос, действительно ли осмысленно делать это для SIGIGN. Я это проверил, да, действительно осмысленно, потому что игнорирование сигнала подразумевает, что не будет вызван обработчик, который сбрасывает на дефолтный обработчик. И поведение в этом случае, оно вполне себе осмысленное. Так, как же эта функция реализована? В хидрофайле проверяется наличие флага default source, BSD source, либо GNU source. Если они проставлены, то подставляется вызов SIGACTION с одними параметрами. Если нет, то вызов с другими параметрами. И имитируется поведение либо System5 стиля, либо BSD стиля. Так, ну и что может делать наш обработчик сигнала и что нужно при этом учитывать?
Самое главное, о чем нельзя забывать. Сигнал может прилетать в совершенно рандомный момент времени. И программа может выполнять что-то очень важное, что-то очень критичное. Что в этот момент происходит? Вам приходит сигнал, переходит управление к обработчику сигнала. А что у вас будет происходить с основной программой? То есть у вас есть уже какой-то стек с данными. И вот на самом деле у вас будет в том же самом стеке все и выполняться. На самом деле можно указать какой-нибудь альтернативный стек для обработчиков сигналов. Обычно это используется при реализации каких-нибудь рантаймов высокоуровневых языков программирования, типа Python либо Java. Ну и при этом для современных процессоров есть еще гарантия по соглашениям вызовов, что есть гарантированно 128 байт на стеке, которые заведомо никак не будут затронуты обработчиком сигналов. То есть обработчик сигналов у нас всегда начинается от текущего стека, но на 128 байт ниже. И еще одним очень важным ограничением, поскольку у нас обработчик сигналов выполняется в том же самом потоке, что и основная программа, на самом деле для многопоточной программы в рандомном потоке. Но здесь нужно обязательно использовать только ограниченный набор функций, который называется async signal save. Как это переводится на русский язык, я даже не знаю. Итак, что такое безопасность с точки асинхронного использования сигналов? Седьмой раздел MAN, Signal Safety. Перед тем, как отправлять свои задачи, перед тем, как идти на защиту, перед тем, как идти на контрольную, читать обязательно. Итак, у нас функции все делятся на несколько больших классов. Во-первых, это функции, про которые ничего сказать не можно, потому что они являются просто функциями и никак не влияют на внешнее окружение. Пример такой функции, например, snprint, strlen, то есть функции, которые принимают аргументы и возвращают что-нибудь, при этом ничего никак не затрагивая. Такие функции можно смело использовать в обработчиках сигнала, потому что они ни на что не влияют. И есть функции, которые влияют на глобальное поведение. Например, если вы как-то модифицируете стандартный поток вывода, какие-нибудь функции print, puts, putchar и так далее. И здесь бывают всякие разные подставы. Из-за того, что эти функции теоретически могут быть вызваны из разных потоков, ну или в разные моменты времени из разных участков кода. Есть функции, для которых не гарантируется безопасность. Это, например, класс функций, который заканчивается на подчеркивание unlocked, который напрямую взаимодействует с буфером, работает очень быстро, в отличие от аналогов без подчеркивания unlocked, но при этом нет никаких гарантий, что у вас будет с результатом, если вы, например, запускаете это в разных потоках. Есть функции, которые являются безопасными с точки зрения многопоточности, то есть могут быть одновременно параллельно выполняться. И гарантируется, что будет одинаковый результат. Ну вот, большинство стандартных функций C для операции ввода-вывода, они как раз являются mt-safe. Все эти флаги mt-safe, as-safe обычно прописаны в манах для каждых из функций. Но при этом класс функции multithreading-safe не является тем же самым классом, что async signal safe. Рассмотрим банальный пример. Вы пытаетесь записать что-то в стандартный поток вывода из основной программы. В этот момент вы получаете сигнал, который тоже пытается что-то записать на стандартный поток вывода. Но при этом вы уже вызвали, например, функцию putchar. Функция putchar захватила барьер для того, чтобы предотвратить повреждение данных из другого потока, и поэтому в обработчике сигнала вы тоже останавливаетесь на этом барьере и ждете, пока его кто-то освободит. Что у нас будет происходить, поскольку, учитывая, что у нас основной код не будет выполняться дальше, пока не завершится обработчик сигнала? Будет дедлог. Поэтому использование большинства функций, которые модифицируют глобальное состояние из обработчиков сигнала, запрещено по этой причине. Но зато вы можете смело использовать системные вызовы, например, систему вызов write, который ничего вам блокировать не будет. Ну и какие общие паттерны
к написанию обработчиков сигнала. Ну, во-первых, если вы можете писать код с использованием только очень ограниченного количества функций, то понятно, что здесь вам проще поставить какой-то флаг, зафиксировать сам факт того, что сигнал пришел, и дальше уже этот факт где-нибудь спокойно обработать. И в теории ваши сигналы могут, конечно, выполняться очень долго, но так делать нехорошо, потому что вы блокируете выполнение основной программы, и в основной программе у вас могут быть какие-то критические по времени секции. Ну, например, вы являетесь сервером, к вам подключился клиент, и вы получаете какой-то сигнал, уведомление о том, что нужно что-то сделать. Занимаетесь долго обработкой сигнала. Что будет с клиентом? Ну, клиент не дождется ответа, по тайм-ауту завершится. Так делать нехорошо. Поэтому обычно хорошей практикой является, что вы максимально быстро обрабатываете сигнал, а содержательную часть по обработке, то есть вы просто фиксируете факт, что сигнал пришел, а содержательную часть выполняете только уже из основного кода, когда вам это становится удобно. Ну, что значит проставить какой-то флаг? Это значит, что у вас есть какая-то переменная либо в глобальной области видимости, либо где-нибудь в аргументах в контексте. И какого типа это может быть переменная, чтобы можно было ее безопасно, гарантированно использовать. Поскольку у вас код может выполняться в произвольный момент времени, когда вы уже начали обращаться к значению. На самом деле таких типов данных не очень много. И в стандарте POSIX предусмотрено название SIGATOMICT. Это тип данных, для которого гарантируется, что его значение будет всегда консистентным в любой момент времени. То есть не может быть ситуации, что вы начали модифицировать значение этой переменной в основном коде, прилетел сигнал и что-то там повредил. Для большинства современных систем это просто обычный typedef на int, но для каких-нибудь экзотических встраиваемых применений это может быть тип данных более мелкого размера. И второй момент, про который не нужно забывать при реализации обработчиков сигнала, то, что компилятор может посчитать в некоторых ситуациях, что ваш код является бессмысленным, потому что, ну, присваиваете значение переменной, нигде не используете. Как с этим бороться? Ну, есть ключевое слово volatile на имя переменной, которое запрещает компилятору делать какие-то предположения о том, что эта переменная не нужна, даже если он не видит всей картины в целом. Ну и таким образом, как может выглядеть правильная обработка сигналов? Правильная обработка сигналов может выглядеть следующим образом. У вас есть обработчик, который единственное, что делает, это запоминает факт прихода сигнала. А уже в основной программе вы можете проверять факт наличия этого сигнала, и в зависимости от того, какой сигнал вы получили либо не получили, выполнять какую-то логику в тот момент, когда вам это действительно удобно. Где на практике используется обработка сигналов? Есть стандартные сигналы SIGTERM, но иногда еще обрабатывают сигнал SIGINT. Что можно на них навешать? Если вы обрабатываете сигнал SIGTERM, то вы должны сохранить текущие данные, чтобы их не потерять. Если у вас есть общение с каким-то клиентом, то сказать клиенту «до свидания», вежливо попрощаться, перестать принимать остальных клиентов. Многие серверные применения еще ведут лог-файлы для того, чтобы как-то протоколировать ход своей нормальной либо ненормальной работы. Естественно, нужно сделать запись в лог. И уже только после этого корректно завершить работу с помощью обычного системного вызова exit. Есть еще сигнал SIGHUB, который означает исторически он предназначался, собственно, название SIGHUB, откуда взялось. Исторически это был разрыв с терминалом, когда компьютеры были большими мейнфреймами, которые цеплялись отдельные терминалы. Сейчас это не очень осмысленно, но бывает полезно в той ситуации, когда вам нужно как-то просигналить процессу о том, что, у которого нет пользовательского интерфейса, он работает фоном. Сейчас это фактически формальное такое негласное соглашение, что этот сигнал используется как указание перечитать свои настройки из конфиг-файла.
Sigchild приходит, если вы запускаете какие-то дочерние процессы. Что будет, если вы очень долго работаете и при этом не вызываете wait-pid? У вас накапливаются процессы зомби. То есть если вы запускаете процессы, нужно периодически чистить завершенные, и по приходу сигнала Sigchild вы можете асинхронным образом просто читать код возврата для того, чтобы эти зомби истреблять. Если вы хотите писать надежный код, который будет работать 24/7, то по-хорошему надо еще обрабатывать все остальные ошибочные ситуации. Как минимум их надо протоколировать куда-нибудь в лог-файл, что эти ошибки возникли при таких-то обстоятельствах. Иногда можно, конечно, попробовать восстановить состояние процесса, ну или хотя бы аккуратно себя перезапустить. Что у нас происходит на низком уровне при доставке сигналов? И какие с этим связаны ограничения? Есть такое понятие, как маска сигналов, ожидающих доставки. То есть у нас есть некоторый набор стандартных сигналов, их не так много. И можно представить все это множество в виде обычного целого числа, где отдельные биты отвечают за отдельный сигнал. И когда какой-то процесс отправляет нам некоторый сигнал, он просто проставляет единичку в эту маску сигналов, ожидающих доставки. Что будет, если у нас одновременно два каких-то процесса успели отправить сигнал другому процессу, а этот процесс не успел их обработать? Ну, честно, была проставлена единичка. Сколько раз будет обработчик сигнала обработан? Ровно один раз. Поэтому сигналы не очень хорошо подходят вот для такого межпроцессного взаимодействия через системный вызов kill. Они предназначены в основном для уведомлений. Такой атрибут, как маска сигналов, ожидающих доставки, он является атрибутом процесса, который при этом не наследуется при создании нового дочернего процесса через системный вызов fork. Ну, что логично, если бы этот атрибут наследовался, тогда, отправив сигнал какому-то процессу, то почему-то этот сигнал мог бы прийти вновь созданному дочернему, что не очень логично. Так, ну и как у нас происходит обработка сигналов и почему у нас вся обработка происходит в том же самом контексте, что и основная программа? Допустим, вы хотите отправить кому-то сигнал. Вы просто выполняете системный вызов kill. Да, есть команда kill, есть системный вызов, который тоже называется kill. Он просто, как и команда kill, посылает сигнал определенному процессу. Kill не блокируется до выполнения сигнала, вы просто поставили флаг и продолжаете выполнять дальше. Что происходит с процессом, которому вы этот kill отправили? Этот процесс тоже ничего про kill не знает. Он честно продолжает выполнение, пока не израсходует свой квант времени, который отведен вам планировщиком заданий. А потом уже в следующий раз при выборе этого процесса планировщиком заданий сначала проверяется маска сигналов, ожидающих доставки. Если есть какие-то сигналы, то сначала выполняются обработчики сигналов, а после этого процесс переходит в самое обычное выполнение, с того места, где он был прерван. И есть еще одна маска, которая называется просто signals mask. Да, насчет терминологии. Очень часто встречается англоязычная терминология signal mask. Вот signal mask — это то, что я сейчас вам расскажу, а предыдущая штука — это называется pending mask. Можно навешивать некоторые фильтры для того, чтобы запрещать определенные сигналы. И вот эта штука называется как раз маска сигналов. Просто некоторая дополнительная маска из ноликов и единичек, которая либо разрешает обработку сигналов, либо запрещает. Что будет происходить, если сигнал у вас запрещен на уровне маски сигналов, но он все-таки пришел? У вас просто остается храниться единичка либо нолик, которая просто не пропускается через эту маску, и в какой момент вы этот сигнал сможете обработать? Только в тот момент, когда вы поменяете маску сигналов, перестанете фильтровать этот сигнал, и в этот случай все отложенные сигналы до вас дойдут. Вот маска сигналов обычная, в отличие от маски pending signals, которая маска сигналов, ожидающих доставки, она как раз наследуется дочерними процессами, если вы вызываете fork. Естественно, тут есть два ограничения. Сигналы seek kill и seek stop
вы не можете никак обработать, и то же самое вы никак не можете наложить маску сигналов на эти два обязательных неблокируемых сигнала. Так, ну и для чего эта маска может быть использована? Например, если вы хотите явным образом ждать какие-то определенные сигналы, либо вы выполняете какую-то критическую секцию вашей программы и хотите напрочь забыть про обработку сигналов на какое-то время, тогда вы можете устанавливать маску сигналов либо для всего процесса целиком, либо только для текущего потока. Я, конечно, много раз сейчас употребляю слово поток, многопоточность. Мы пока это еще не проходили, но я думаю, интуитивно вы понимаете, что это такое. То есть у вас в рамках одного процесса может быть несколько задач, которые выполняются параллельно. На самом деле, системный вызов, который предназначен был исходно для установки маски процессов, маски сигналов для текущего процесса, делает это только для текущего потока. Но в Linux есть еще отдельная функция, которая предназначена как раз только для текущего потока. Она еще аккуратно обрабатывает ситуацию с двумя специальными сигналами. Про спецсигнал я чуть позже скажу. И есть еще очень интересный системный вызов, про который в документации написано, что он временно меняет маску сигналов на какую-то новую, ждет сигнал, а потом возвращает все обратно. Такое очень сложное описание на самом деле означает просто, что вы передаете какое-то множество сигналов, которые вам интересны, и процесс приостанавливается до тех пор, пока вы не получите один из сигналов этого множества. Не более того. Не надо пугаться того, что написано в мане. Ну и так, дубль слайда, сори. А еще сигналов ведь много разных. Там маска очень большая. На самом деле маска, она размер 64 бита. Сигналов не так много. А их всего 64 допустимо? Да. Угу. Как можно дождаться прихода какого-то сигнала? Ну вот этот SigSuspend как раз и можете использовать, скормить ему множество сигналов, которые вам интересны, и процесс приостановит свое выполнение до тех пор, пока вам не придет один из сигналов из этого множества. Либо системный вызов пауза, который ждет, пока не придет какой-нибудь, неважно какой, любой сигнал, который вы можете обработать. Но, естественно, при этом у вас должны быть навешаны обработчики сигналов, иначе ваш процесс просто завершится, и код после паузы не будет иметь никакого смысла. То есть сигналы можно использовать в качестве некоторого способа синхронного ввода-вывода, если вы их явным образом дожидаетесь. И для этих целей в Linux даже сделали специальную конструкцию SignalFD. Это штуковина, которая позволяет читать объекты под названием «пришедший сигнал». Что это означает? Это означает, что вы создаете какой-то файловый дескриптор, связываете файловый дескриптор с определенным множеством сигналов, которые вам интересны, и дальше используете обычный системный вызов read, читая из этого файлового дескриптора, и получаете на каждое чтение информацию о вновь пришедшем сигнале, либо ожидание, пока не придет какой-нибудь сигнал из этого списка. Использовать такую штуку достаточно опасно, потому что эта штука не портируема, существует только в Linux. Про FreeBSD, про macOS можно забыть. Так, ну и можно ли все-таки сигналы использовать как способ межпроцессного взаимодействия? Вот есть некоторые стандартные сигналы, которые называются стандарты POSIX. Это вот те самые, про которые я вам рассказывал, связанные с определенными событиями. Там есть два сигнала, на которые не навешано никаких два специальных, нет никаких двух специальных значений. Это сигнал SIGUSR1, SIGUSR2, некоторый резерв. Но, тем не менее, вы можете только использовать номер сигнала в качестве полезной информации, не более того. И плюс, как я уже сказал, у сигналов есть одна серьезная подстава, связанная с тем, что если два процесса одновременно вам отправят один и тот же сигнал, то с высокой степенью вероятности, хотя нет, не очень высокой, потому что такая ситуация, конечно, не очень вероятна, но тем не менее возможна ситуация, когда вы получите только один сигнал, а не все, те, которые вам были отправлены. Поэтому способ очень ненадежный, и есть некоторое расширение стандарта POSIX, под названием POSIX Real-Time Extensions,
который дополняет систему еще дополнительными сигналами с важным свойством. Во-первых, эти сигналы не теряются, если несколько процессов одновременно вам их отправляют, а складываются в очередь, которая обрабатывается последовательно, ровно в том порядке, как эти сигналы были отправлены. Это сигналы с номерами, которые начинаются от 32 и заканчиваются на номере 63. Всего 64 сигнала в современных Unix-системах. Но при этом нужно их отправлять специальным образом. То есть есть системный вызов kill, который отправляет сигнал обычным образом. То есть тут действует то же самое ограничение, что он просто проставляет бит в маску сигналов, ожидающих доставки. Если два процесса одновременно делают kill, то вы сможете зафиксировать только один факт. И есть еще функция seq, это именно функция, а не системный вызов, которая, точнее, во FreeBSD это системный вызов, в Linux это функция, которая позволяет как раз отправить сигнал, но не произвольный сигнал, а только сигнал с номером не менее чем 32 произвольному процессу таким образом, чтобы он положился в очередь. И при этом вы можете еще дополнительно отправить полезную информацию, а не только номер сигнала, а произвольное число по размеру, не превышающее размер указателя. Чем этот способ плох? Он все-таки не совсем стандартный, например, в macOS он не реализован. Так, ну, как можно использовать сигналы в рамках нашей огромной большой задачи — межпроцессное взаимодействие? У сигналов есть куча ограничений. Поэтому фактически единственный способ, как их можно использовать корректным образом, это только для уведомления процесса о чем-нибудь. То есть полезную информацию передавать вы не можете. Вы максимум можете передать номер сигнала. Ну хорошо, у вас есть сигналы реального времени на некоторых системах, но опять же, вы не будете передавать последовательно огромное количество чисел по одному числу за один раз, потому что это очень дорого. Но если у вас, например, используются сигналы совместно с каким-нибудь другим механизмом, например, MMAP, разделяемая память, то вот эта комбинация, она становится уже удобной, потому что вы можете большие куски данных хранить где-то в общей памяти, доступной сразу нескольким процессам. Возникает, естественно, проблема синхронизации. Нужно как-то уведомлять процессы о том, что данные готовы. И вот для этих целей сигналы вполне себе можно использовать. На этом у меня все. Да, сервер Рудали сегодня упал, поэтому по старинке тут всего лишь котик, который означает, что лекция закончилась. Есть ли у вас вопросы? А если, например, вот сигналы, которые в очередь складываются, если пошла обработка такого сигнала и другой пришел, то он сложится в очередь? Если, да, если это именно сигнал real-time, который отправили не через kill, а через seq, тогда да, он просто сложится в очередь и потом будет обработан. Их доставка гарантируется. Обычных нет. Более того, даже сигналы реального времени не гарантируются доставкой, если вы используете обычный системный вызов kill. То есть тут надо использовать другую функцию. В macOS просто не используются сигналы реального времени, там используются другие способы межпроцессного взаимодействия. Но обычные сигналы есть в любой Unix-системе. Да, в Windows сигналов нет. Это именно Unix-овые штуки. Еще вопросы? Ну ладно, если вопросов нет, тогда лекция закончилась, и вы свободны.